два слова каждый участник съезда. А то мы то участники, то пошли в Лондон участники. Тогда я тоже два слова скажу. Друзья мои, дорогие мои, я что-то мы с вами сейчас вели столько беседы, а сейчас оказывается, что мы друг друга или не поняли, или не слышали, или вообще-то никому не надо, давайте мы вот все, что хорошее наработано сейчас, угробим только потому, что нас почему-то ни во что не считают. А то, что сейчас было, это никто не услышал. Сейчас вот тут немножечко каждый порулит, и мы опять все прям прибежим, и будем сейчас опять отчитываться, стоять все, слушать, решать проблемы. А то, что решать мы умеем и решаем, я не знаю, вот ваши люди на встрече с губернатором столько мне хороших слов сказали, потому что ни одно предложение, с которым обращался бы Лавозерский район, никогда не был не проработанным. С какой эффективностью результата? 150%. Но никогда не было того, чтобы... И вдруг я опять начинаю слышать. Я когда избралась, два слова... Можно? Прошу прощения. Значит, я была один раз на съезде вот таком, как сейчас нам предлагается. Еще не понимая, что есть раскол для меня. Ну, сами-сами. Все, побежала к ним и все прочее. Что я там только не наслышалась. Было два телевидения. Я у Макаревича сидела, слушала это. Там было так. Мы... Не рабы, рабы не мы. Мы цепи разорвем, мы не позволим этому правительству российскому нас угнетать. И т.д. и т.п. Я сначала не поняла, сидела, улыбалась долго, а потом думаю, что это такое? Где у кого цепи, покажите. Где у кого там меня немножечко не так приняли, я забыла все. Под козырек, под любой проблему, под любой вопрос и все остальные под козырек. Мы сейчас с вами что хотим? Весь мир разрушить, а затем так не бывает. Мы же знаем, как, когда разрушается хорошее, и что потом получается, и кто тут с кем потом будет работать. А нам дела решать, нам не ля-ля языком здесь говорить. Мы должны приезжать и под козырек вам, а мы все вместе. Все вместе. Коми для меня закон, сами для меня закон, русский для меня закон. Я вообще это не разделяю. Что происходит? Что сегодня не сделано то, что сделано русским, коми, украинцам, которые здесь живут? Что случилось? К чему нас толкать? Я знаю, к чему. Мы с вами знаем, к чему. И финансируются вот эти знания, мы знаем, к чему. Откуда? Мы знаем, молчим про это. Ну, получайте деньги, ну, получайте ради Бога. Вы это отрабатываете, ну, отрабатывайте. Но не надо выносить раскол там, где идет слаженная, по мере возможности, работа. Не говорили, а работа. Я вас очень прошу, подумайте, продолжать нам сегодняшнюю встречу вообще и наше тесное сотрудничество. Или, пожалуйста, вопрос вам. Ничего себе, повернулся. Спасибо.